сегодня, даже если бы Господь пришел тихонько, сел к нам на собрание, то многие из нас, скажу так честно, просто б его не узнали. Вокруг нас сотни, тысячи людей, нуждающихся в спасении Божьем, а мы закрыли на замочек дверь и не хотим, чтобы кто-то нас тревожил. Нам хорошо, уютно и тепло. И зачем переживать? Сегодня нет причины. Никто не гонит нас, не тот уж век. Живи и наслаждайся жизнью милой. А если нужно, Бог сам спасет, приведет, омоет. Ведь Он царь, владыка, кого Он хочет. Ну а мы чего? Прошло уж то время жатв великих. Жестокосердие у нас, у христиан, а самоправедность глаза нам ослепляет. И успокоившись, попавший в Ханаан, в беспечный сон глубокий погружает. Уснули христиане, сплят уже давно, смирившись с теплым, легким состоянием. Едят хлеб и мед, а к хлебу молоко, и беззаботно, тихо отдыхают. Воскресным утром дом молитвы полн, а вечером всего лишь единицы. И средь недели на собрании в нем увидишь те же жаждущие лица. А где же остальные? А они найдут причину к оправданию. Семья, мол, дом, работа, но, увы, они мертвы. Им нужно покаяние. «Взыщу я кровь с вас, — говорит Господь, — за то, что соблазном вы стали в этом мире. Вы имя мое носите, но все ж далекими вы стали мне, чужими. Вы лучше жить хотите на земле, и зависть вам, друзья, оковы строит. А многих укусил успеха змей, и совесть вас уж давно не тревожит. Что Бог, мой друг, скажи, тебе не дал, чтоб жизнь благочестивую прожил ты? А тебе мало тех житейских благ. Ты хочешь больше. Ты стал ненасытным. Да, строишь замок, брат ты, на песке. Величественный он хоть, но фундамент одной волной размоет, и тебе не хватит сил уже его поправить. Кому ты раб, тот и господин тебе. А двум служить не сможешь, друг мой, честно. Пока не поздно, возвращайся скорей на путь тернистый, там тебе лишь место. Проснись, встань, спящий, и скорее поспеши. Тебя Господь сегодня призывает, и весть благую ближним донеси, друзьям, соседям, всем, кто погибает. Аминь.